мене з посилки звичайно. Ти Михайло? Да, добрий день. Да? Да, добрий день. Хочеш сфотографувати хочеш? Я Бог знімаю, це мені ж прийшла посилочка. Да. Правильно, а я думав, що це відеокамера. А, це з Ютуба кнопка, блін, нічого себе, все круто. Я думав, відеокамера пішла мені нова. Так, на мені все. Все, дякую, все, дякую. Дуже вдячний. Самый длинный блин в мире. Потому что я безумно рад, я просто не ожидал. Никогда мне с Фидекса ничего не присылали. Блин. Кнопка с Ютуба пришла. Класс. Блин, я даже не хочу распаковывать. Мне как-то так... Не по себе? Первая моя награда с Ютуба. Блин, где же я распаковать? Здесь грязно, там грязно. Мне везде грязно, потому что я монтирую. Мне нет времени убирать, я сутками монтирую. Стик. Стик, мне пришла кнопка. Видел? Кнопка пришла. Да, понюхай. Нажми на нее. Я настолько счастлив, что даже сегодня сколько времени сейчас? 3:26. Еще не завтракал. Только что начал завтракать. Мне позвонили. Вот так вот прям, как я рукой показываю. С Фидекса и сказали, пришла посылка. Я не знал, что это. Я ничего не заказывал, ничего не покупал. Я такой счастлив, что может еда в зубах даже у меня. Еще не успел почистить зубы, извините. Я как ребенок, знаете, который кушает, друзья зовут его гулять, он бросает всю еду и бежит гулять. Безумно счастлив, я не могу ждать, кушать, сидеть спокойно, когда у меня пришла кнопка, я хочу ее распаковать. И сразу на эмоциях вам показать, снять видео. Почему я такой счастлив, это просто кусок чего-то. И я счастлив, не такой, как остальные ютуберы, потому что я не такой, как остальные ютуберы. Блин, я отличаюсь абсолютно всем. Давайте распакуем, тогда будем говорить. Блин, кнопка с Ютуба. Я даже не подготовился, ничего не взял для распаковки кнопок с Ютуба. Что это такое? У меня есть спица какая-то. Я могу купить все, что захочу, и я от этого не получаю никакого удовольствия. А в детстве только, когда что-то маленькое появляется, такой счастлив. И сейчас... Еще здесь, блин, еще здесь, извините. Кнопка. Целая кнопка для меня. Здесь такой текст какой-то, я думаю, вам ну, неинтересно читать, наверное. You just done something that very few... Я не умею на английском читать, я французский изучал, поэтому, извините, не учил английский в школе нигде. We know the numbers on YouTube can get really big, but we hope that who has subscribed to your channel has been touched by what you created. Короче, здесь говорится о том, что каждый человек, кто подписался to your channel, касается твоего творения, прикоснуться к твоему творению, ну, посмотреть, я думаю. Пишет, что вы вдохновляетесь моими челленджами и креативностью. We know that you don't do this for review. You do it because you have a drive to create and share, and because you found audience who care. Пишут, что я знаю, что я это делаю, по-моему, не для просмотра, если я не ошибаюсь. Я делаю это для того, чтобы создать что-то свое, показать, вдохновить, научить. И потому что мне не все равно. И это правда. Я тот ютубер, которому не все равно. Потому что если бы мне было все равно, я вставлял бы рекламу каждое видео. А у меня 400 видео на канале и всего 6. 6 реклам, да, у меня, ребята. Это так, чтобы выжить чисто. А все остальное я делаю бесплатно. Все остальные видео делаю бесплатно всю жизнь. 9 лет. You can't wait to see what you do next. Они не могут дождаться, что будет следующим, а следующие будут серьезные челленджи. Thank you. A million subscribers may seem a long way off right now, but you're closer than you think. Я ближе, чем я думаю. Миллион подписчиков очень близко. Сюзан Войтицкий, YouTube. Спасибо тебе, Сюзанна, за такое приятное письмо. Миллион подписчиков действительно очень близок и... Вот, светлее стало. Вот письмо, вы можете остановить. Сейчас самое главное. Смотрите. Блин. Невероятно. Ах, не передать вам словами, какой я счастлив с этой кнопкой. О, мое отражение.
О, блин, она тяжелая, йоу. Она такая тяжелая. Я думал, она какая-то там дешевая, пластиковая. Она, блин, тяжелая. Вот какая она. Блин, для такого видео и для заставки, чтобы были просмотры, нужно камеру покачественнее, конечно. Я такой ютубер, что столько всего добился и на камеру еще не насобирал денег. Потому что рекламу не продаю. При моем количестве подписчиков уже все очень богатые, у них камеры, крутые освещения, квартиры не такие бомжарские, в которых снимать видео можно. Но у меня все по-другому, я делаю не ради денег, и поэтому все так. Конечно, нужно все изменять, потому что не наберу миллиона подписчиков с таким качеством. Счастлив, блин, это... Заставку сделать, превьюху. Е-бой! Тут, кстати, пишет, я только что заметил. Аня Огородник for passing 100 тысяч subscribers, 100. Ты видел видосы в ютубе, как реально один Вася какой-то конченый идиот, потому что взял с кнопки, сделал в туалете нажимать, вот туда вставил бачок туалетный. Это капец полный. Другой в космос запускал ее, она падала, потом разбивалась. Ну, космос еще такой, не в туалет, конечно, не так унизительно. Но я думаю, они так делают, потому что они на ютубе или очень быстро добились этого результата, точно не 9 лет, или просто его купили. Знаете, как люди покупают диплом какой-то, они его не ценят, потому что он купил диплом, чтобы пойти на работу, а тот, кто сам учится, сдает экзамены, не досыпает и так дальше, сам добивается этого диплома, учится, и он будет ценить его, естественно, а тот, кто купил, не будет. Я думаю, что те люди, которые так вот обращаются с кнопками, им или досталось это очень легко, или они купили рекламу кого-то, несколько реклам у них были деньги, и они разрекламировались очень быстро. Я не покупал ни одной рекламы. Много труда, много тренировок. Сломал много костей, чтобы дойти до этого. Ради этой кнопочки. Не ради нее, а это заслуга за это все. И, блин, это все не зря, мне очень приятно. Мне просто не приходилось выходить голым на Украина Май Талант и заниматься каким-то идиотизмом. Записывать себе в задницу какие-то предметы на видеокамеру, чтобы раскрутиться. Мне не так легко это давалось. Я много костей переломал и много серьезных травм. Ну, очень много травм получил. И мой путь очень долг был к этой кнопке. Но я так рад, так счастлив, я это ценю. И не ставлю ее на крышку унитаза, потому что это было все заработано честным трудом. Более того, очень трудным, с грязи просто. Блин, с самого дна я поднимался, чтобы подняться и добиться этого результата. Я очень счастлив. Я хочу поблагодарить вас. Только вас за то, что вы смотрите, подписывайтесь на мой канал, ставите лайки, что продвигает меня в топ ютуба. И чувак, который просто с самого низа, без бабла. Человек, который трудится, но без денег, не покупая рекламу, просто который трудится ежедневно максимально. Мне очень приятно, что вы со мной поддерживаете меня. Благодаря вам я получил эту кнопку. Я вас очень сильно люблю. Что еще вам сказать? Да, ради этого я и делаю свои челленджи, ради таких просто вещей, нематериальных. Потому что мне приятно, и я рад, что чего-нибудь добился. Знаю, что у меня есть какой-нибудь результат с того, что я делаю. Извините за долгое видео, просто не могу так просто взять и показать все в коротко, потому что я очень счастлив. 100 тысяч подписчиков. У меня 250 тысяч, но 100 тысяч подписчиков кнопка. Следующая на миллион будет. Я надеюсь, в этом году, для того, чтобы в этом году была кнопка на миллион, я мог бы купить, у меня уже есть деньги, я мог бы купить там 10 реклам и уже набрать бы за месяц за 2 миллиона. Но я не хочу как-то, так, не знаю, может стоит, может и нет, но мне нравится добиваться все своим успехом, ой, все своим трудом. Я хочу как-то именно видосами, чтобы люди ниоткуда просто сами приходили ко мне, видели, что я настоящий. Извините за скучное видео, за то, что оно долго было, очень долгое, и за то, что оно некачественное, но оно искреннее, потому что я рад, безумно рад. Спасибо вам за то, что вы со мной. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, потому что дальше будут очень интересные видео. Эта кнопка будет висеть не на стене, а не на крышке унитаза. И будет мотивировать, потому что я буду видеть, что мой труд не зря прошел. И я безумно счастлив. Я буду ее хранить в пакетике. Таня ко мне не приходит уже давно, редко очень видимся, но я ее позову и похвалюсь. Снимем ее реакцию, может? Казан, почему ты подглядываешь? Это секрет.
MacBook. MacBook? Идем, покажем. Это MacBook? Что шутишь, я даже знаю, что это. Шут. Зато так, не... Ну, кнопка я уйду. Ё, кнопка. Офигеть. Ты, блин, зачем ты портишь видео мне? Зачем ты тут появился вообще? Спортил, нужно было, чтобы Колян угадал. Нормально, да? Это боже. 200, а ты на 100. Давай так. Схема. Вот так. Сура. Це хто? Пішли в парк, катнемся. Це хто? Це Ярик. Хто це? Ярик. Який Ярик? Через ну 10-20, добре. Макс. Ярик. Ярик! Пізда, бачок, блядь, бачок потік, нахуй. Ярик, вилазь, нахуй. Який Ярик? Пишний Ярик, і що тупий? Хто це? Боже, Коляр. Дебил, блядь. У меня только что упал AC Robin прям на бетон с руки без чехла. И посмотрим, или она работает. Краш-тест. О, Трёха Захар прогрессирует. Две недели назад лежал снег, а уже жара, футболка катаем. Работает камера, Захар, отлично. Давай, спасибо. Блин. Давай, Брутал, покажи свой уровень. Ты поднялся. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. О. Хотел чикенбар, но не получилось. Оу. О, уже лучше. Жесть 3. Пацаны смотрят жесть 3 тут. Блин, я купил супер вкусные помидоры черри. Я еще таких в жизни не ел. Они настолько сладкие, что капец. Извините за бардак. Я приехал только с катки. Сейчас сажусь за монтаж. И как-нибудь, блин, просто готовлюсь и кушать. Я молчу от уборки. Стик постоянно вот такие ветки берет, скидывает со стола. Стичок. Небайдужий до гілочок. Веточка. Вот веточка против стика. Я не забыл, Стик, я не забыл. Я просто сел на одну минуту сделать ролик в инсту. Точнее, сохранить его. Реально прошло буквально 5 минут, у меня сгорела гречка. 3-4 видео в неделю, это просто не кушать, не жить, ничего. И успевать еще кататься и снимать. Все сгорело, опять заново готовить. Сидеть на кухне нужно и не отвлекаться, но я не могу сидеть тупо и ждать, потому что я знаю, мне столько всего нужно смонтировать, что капец. Таня хочет кнопку посмотреть. Но моя новая девушка будет ревновать. Да? Да. Давай покажи. Кнопки. Ух тышка. Ой, вона щось вообще левашка. Я думала, вона важче. Я думала, ну да, було б круто, якби тяжелее, но і так тяжелое вроде. Не пластмассовое. З чого вона зроблена? Не знаю, постукаю. Какой-то полуметал, полудерево, что-то такое. Ну, і старые награды, они были как-то, ну, мне кажется, затраты на их изготовление были больше. Да? Угу. Типа лучше, не думаешь, блин? Да, но все равно очень круто, конечно. Так прикольно тут. Мишаня Огородник. Мишаня Огородник. Ютуб. Ага. Поздравляю. Спасибо. Это вам. О, спасибо. Таня меня поздравила, принесла такие вот конфетки вкусные. Со Львова у нас таких не продаются. Или продают. Уже 3 часа ночи, это самая больная тема для меня, потому что
Раз в неделю кто-то оставляет на этой стоянке, на торговом центре «Чайка», машину с включенной сигнализацией. Это ужасно, потому что аккумулятор за ночь не разряжается, и часто бывает не сплю целую ночь из-за этого. Через окно слышно, как будто у тебя под духом.